Друзья, я приглашаю вас сыну нашего тренера по русским шахматам в Тавре, Геннадия Филимонова. В этот раз он выходит со своей, наверное, самой лучшей подругой, гитарой и в исполнении Геннадия Филимонова. Мы сейчас услышим маленькую хореографию на песню «У Черного моря». Это песня переделка Утесова на нашу шептинскую тему. А шнур. В гитаре. Вот там рядом с домом Петрова, у Черного моря. Вовек не забыть и куры цикад, визиты енотов ночные, скамейку, где мы, дорогая моя, обнялись с тобой впервые и поцеловались впервые. У Черного моря. А помнишь, как мы танцевали по стол, в Тавриле играли ночные, на море бежали под легкий уклон, как будто опять молодые, как будто опять молодые. У Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но с каждой весной он так тянет меня в Шепси снова к дому Петрова, в Шепси снова к дому Петрова. У Черного моря, у Черного моря.